Ну что, в новый день, в новый год. Ну что, друзья, у нас раннее утро, начало 9-го. Сейчас соберемся. Валентина по своим делам. Ну а я вешать лифты, потом переодеваться, потом на встречу с фотографами. Сегодня будет интересный ролик про нашу жизнь, про наш день. Посмотрите все-таки, как мы живем и как мы зарабатываем. Не просто на стримах и не просто на Крым онлайне. Ну что, надеюсь, вам будет интересно. Пошел собираться. Валек уже меня ждет. Так, ну что, мои главные друзья на сегодня — это саморезы и такая хитрая насадка. Ну и, конечно, гвоздь сегодняшней вечеринки — это шуруповерт. Ну что, мы готовы, собираемся. Так, ну все, я в машине. Погнал в Массандру. Первые точки у меня в Массандре. Покажу вам свою работу и как достаются Крым онлайн и его средства, которые он тратит на сайт и на развитие Республики Крым. Не переключайте, думаю, вам будет интересно, чем же я буду заниматься. А потом у нас еще встреча с фотографами. Это прям я в ожидании, в общем. Ну все. Поехали. В Ялте сегодня прекрасная погода. Мы уже приехали на первые наши адреса. И сейчас пойду в подъезд вешать рекламку. Так, вот она, наша реклама. Не смог пройти и не снять вам. Смотрите, сколько зелени в ялтинских дворах. И какое красивое цветение. Это цветет слива, так. Смотрите, сколько ее тут много. Просто будет много фруктов. А вон там на стене кто-то сделал себе красивый огород. Я уже иду к машине. Поедем на следующую локацию. 4 кабины сделал. Погнали дальше. Иногда у нас бывают сложности попадания в дом. Когда никого нет дома, нужно дозвониться в какую-то квартиру, чтобы нас пустили. Друзья, мы находимся на территории винзавода. Вот, кстати, он здесь. Вот. Сейчас у нас большое поручение. Нужно завести детские вещи и обогреватели в храм. Одно из дел, которые нам сегодня нужно было обязательно сделать. Нужно оставить его на территории храма. Детские вещи раздадут и... Ну, в общем, отдадут тем, кому нужно. А обогреватель тоже, видимо, в храме будет использоваться. Храм сейчас только строится, строится своими силами. В общем, видите, какая красота будет. О, кстати, кто-то сейчас как раз купол делает. Купол и освещение. И смотрите, кто бежит. Здравствуйте. Какая красота. Приветики. Ты тут живешь? Ну да, походу. В общем... Покажи, что вот прям винзавод. Вот винзавод. Так я уже показала уже, что это винзавод. Это дегустационный зал. И ниже вход. Так что если кто-то здесь еще не был, особенно на экскурсии или на дегустационном сете, то советую посетить. Ну, а мы поехали дальше. Давай, давай, у нас работаешь. Я уже открыла одну из дверей, стою, жду Антона, потому что бывают такие ситуации, когда, в общем, когда ты открываешь дверь, кладешь камушек, отходишь к другому подъезду, а кто-то начинает ходить, и камушек убирает, и дверь закрывает, в общем. И Антон потом приходит, а там уже закрыто, и приходится все начинать заново. Поэтому я поняла, что технология «оставь дверь открытой», она не всегда работает. Ну, либо работать в тех случаях, когда подъезд находится в поле твоего зрения. И ты можешь проконтролировать, кто туда заходит, закрывает дверь или не закрывает. В общем, уже были такие ситуации. Поэтому я решила, что подожду здесь и оставлю ему дверь открытую. Тем более дверь какая-то тяжелая, не понимаю вообще. Хотела подложить под нее бумажку,
а бумажка ее не выдерживает, такая тяжелая. В общем, лучше, наверное, подождать. Антон уже зашел в этот дом. Что я хочу сказать, вот он был только что в соседнем доме, замену делал рекламы. Сначала вошел в первый подъезд, я пошла во второй подъезд. И он возвращается, говорит, представляешь, какая ситуация. Подхожу я к лифту, передо мной, следом за мной заходят две девочки, маленькие совсем. И он говорит, ну, я, соответственно, их пропускаю, чтобы они поехали домой. Говорит, открывается лифт, я вижу, все в порядке, стенд висит, все хорошо. В общем, возвращается после них лифт, и оторван пластик. Или что-то еще оторван. Ну, в общем, пластик вроде оторван был. И мы только что разговаривали на тему того, что нужно с кем-то там, с председателями дома разговаривать, чтобы, ну, может, они брали какую-то ответственность, что ли, чтобы они следили за состоянием вот этих вот конструкций. Ну, в общем, знаете, там какой-то договор подписывать. У нас раньше почти со всеми председателями были договоры, но мы в основном заключаем договора с ЖЭКом, ну, а сейчас как бы дома стали более самостоятельными, более там, в общем, я не знаю, более активными, что ли. Раньше, мне кажется, есть председатель дома, есть ЖЭК. Если ЖЭК разрешил, председатель и жильцы особо ничего не говорили, не возражали. А сейчас все меняется. В общем, нужно подстраиваться под новые реалии, что жильцы стали более активные, они стали проявлять инициативу, рассказывать, что им нравится, что не нравится. И, соответственно, нужно со всеми теперь вести диалог. Кстати, хочу сказать, вот здесь вот возле дома сделали такую классную площадку. Вы только посмотрите, новенькие постелили, новое покрытие, новые дорожки. Вон за моей спиной, кстати, новая дорожка. Здесь площадка достаточно старенькая, есть несколько мест, где можно потренироваться и где можно с детьми отдохнуть. Но тропинки сделали все новые, поставили новые лавочки и сделали красивые палисадники. Так что каждый двор меняется. Вот там вот я вижу, еще тропинки сделали. В общем, становится все лучше и лучше. Аж приятно. Разметка на дорогах. Прям супер. Ну что, мы поедем дальше. У нас впереди такой классный дом. Там сразу много-много подъездов. И такие дома делаются намного быстрее. В общем, поедем с нами. Давай, помощница! Друзья, у нас уже другой день. В общем, продолжается замена рекламы в лифтах. Мы сейчас катаемся по Ялте. До этого мы были в Массандре. В общем, продолжается замена наших рекламных плакатов. Вот, кстати, они, ну, единственное, конечно, уже старые в свернутом виде. На самом деле выглядят они немножко по-другому. Мы продолжаем открывать двери, продолжаем проникать в дома и менять рекламу, информационные точки. А вот, кстати, Антон. А что ты там снимаешь? Продолжение рекламы в лифтах. Я открываю дверь, ты заходишь. Наша схема рабочая. Ладно, пошла. И ты фоткаешь все? Да. Все, давай, пока. Я пошла к следующему лифту, точнее, к следующему подъезду. У нас тут большой дом. Здесь 4 подъезда. Такие подъезды очень удобны. Точнее, эти дома очень удобны, потому что сразу по 4 подъезда заходишь, в общем, делаешь, уходишь. Так классно, конечно. Еще повезло, что сегодня выходной день. Многие находятся дома. И легче, так сказать, дозвониться. Больше людей, которые находятся сейчас дома. Больше ответов. Здравствуйте, замена рекламы в лифтах. Пустите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Все, открылось. Так, открывается. Сейчас. О, все, спасибо. Вот такая вот ситуация. Здрасте. Проходите. У нас замена рекламы в лифтах. Спасибо. Вот так вот и работаем. Вежливость превыше всего.
Эпик фейл. У Антона сел шуруповерт. Сейчас, короче, поедем домой, потому что мы не взяли насадку. Но Антон успел все доделать. Вот так. В общем, оно выглядит. Кому интересно. И обязательно фотоотчет. Вот так, друзья, и к концу подошел наш рабочий день. Сейчас еще смотаемся в Грузов и домой отдыхать. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеюсь, подписались на наш канал, если смотрели видео без подписки. Обязательно поставили этому видео лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Там мы постоянно публикуем анонсы наших новых видео. На связи, дорогие друзья. Пока-пока.